Ну все, пошли. А, короче, вон надо... безуходка. Вот этим. Да. А, пошли. Вот там, ага. Сейчас нам здесь перейти. На ту сторону, как ты хочешь. Давай, пока есть фора. Не беги поперед батька в пекло, слышь? Разогнался. Так, давай этого пробудем. Две форы пробудем, хай едут. Да. Стой. Встаю. Джон Гриевс. Джон Гриевс, это... Вот сушатор. Ну да. Да нет, это скорее один хозяин. Хозяин один. Подвези до Ростова, а! Ха-ха! Я его сделал. Он все, положен на лопатки. Без боя. Да тихо ты. Зануда. А то тебе покажут тартарарам раком нагнут. И вместе посмеемся. Блин, это правда, но видишь, скоро развалится и упадет вместе с бетонным блоком, бетонной основой, осыпается. Да, да. Так и убирать надо. Это же аварийно опасно. Кали, прикинь, про вокзал писали. Я не знаю. Мне нет, тебе не знаю. То ветер, и с той стороны, где этот перрон, букву В оторвал. Тебе там, да, тебе там не вокзал, а пока месть, окзал. В оторвал, сильный ветер подул, и букву В оторвал. О, новая почта, как на рейтинг скоростях. Догоняй. Спешу. Да у него их и так нет. Обеднел. Так, блин, нам до КЗ еще квартал трапать. Мы так рано вышли. Встали бы там, на рынке. А фестивалями то встали бы. Нам еще до этого куда на КЗ целый квартал драпать. Ну, что мы тут снимать будем? Картина Репина? Да. Не, Зажнавоз. Они мне зачем? Мне за это работа. Это работа телевидения. И потом еще у телевидения их не хлеб забирать. А вот, там видишь, стоит Джон Гриевс. Фирмачи. За ним. А там что? Это? Короче, автомобиль. А ну видишь, закрыто. Весь видеонаблюдение. То есть объект под охраной, только под охраной. А кстати, на парке колонных фигур здесь учили пополнение. Пополнение сегодня. Я вчера фотки смотрел. Вызвал. Шапочник, пополнение. Вот когда будет плюсовая температура. Там вот такие фонари поставить, вот такие, типа, в французском стиле фонари такие поставить, как, кстати, на этих улицах по Франции. Я посмотрел, они и работают, они не светятся с лампочками.
Вот, а, вот. Ну, вечером снять, это было бы круто, поверь. Их вечером снять, когда темнота. Это где-то после пяти прийти, приехать и снять. Думаю, сейчас уже после пяти темнеет. Извиняйте, чего они красивы только вечером. Это сразу я говорю, что нет. Я сколько этих снимал на трассах в селах? Да, летаю. Там вообще мало просмотров. Блин, я увидел. Ты имеешь вот эту автомойку или следующую? Вот это. А, фото или видео? Тебе что надо? Валяй. Валяй. Да я понял. Для Ютуба тоже не помешало бы снимать, чтобы на Ютубе контент был. Ага, хорошо. Ну это вот долго будешь до Ростова. Да ладно, поставлю N2O и далее и полечу. Ой, хорошо. Высота до 5 метров, нифига себе, 5 метров. Сука, пылесос бесплатно. И бесплатно, сука, музыка. Ехали дальше. А, вот понятно, куда музыка играет. Куда музыка играет? Блин, ну боюсь, за права снесут. За музыку, я боюсь. А, ну да. Но если ты заменишь что-нибудь такое, что подавские права не подходят, то это хорошо. Ой, заканчивается. А КСРТС, кто вам выходит? Что? А он прямо, идем. Он не поворотик же не мигал, ты же не мигал. Такие водители бывают, что поворачивают и не мигают. А может, поворотники сломаны? Ну так, наверное, тебе бывает. Да бывает. Что поворотники сломаны. Не старые. Хорошо, что не старые. Стой, я не понял, куда он ехать будет. А, нормально, он развернулся. Нифига себе скорость! 100 километров, не меньше! Ты сюда меньше! И когда это у нас перенос, скоростной режим соблюдали? Да никогда в жизни! Это ж полный секс! Без удовольствия! Поменял руку, та уже замерзла. Да у него спецшатка что? Замерзай.
Кстати, пополнил я себе на год телефон этот. Вчера у меня 6 гигабайт интернета и пополнил годовой тариф. Значит, я могу с Водафона звонить до 22 марта. Хорошо. Айповый на, а то у меня до 22 февраля 22 года. Кайф. И до 21 февраля 22 года. Целый год могу не пополнять. И сколько ты? 112, да? 120 в месяц, 6 гигов интернета. Итого в месяц и на год. Это 1320 на год. Ага. Мы напасться сюда ночь, прикинь. Никто не знает, будет идти. Шурку пить вниз. Брикеты, сельхозпродукция. Какая-то будет нормальный тротуар. Не, вернись, серьезно, нормальный тротуар. Сейчас пойдем. Ты делаешь мне тротуар вдоль дороги? Я буду снимать аж. После того. Ага. Кому-то частная охрана поехала. Видел машину с мигалками? Нет, я имею в виду, что здесь нормальная дорога теперь. Это не то, что шел вдоль дороги, прям вплотную к машинам. Ну да. Блин, больше на ютубе показать. Как фуры гоняют. Шиномонтаж. А лучше бы не было из Европы. Да, начни выгодно, цена дорогие. Ну это да. А на рекламу. Все виды шиномонтажных работ.